очередная новинка 2017 года от компании «Аквасфера» – спортивный рюкзак. Обилие карманов и продуманная эргономика рюкзака делает его незаменимым при занятиях спортом, походом в бассейн и просто походом. Значит, есть внешний карман, проветриваемый, обращаю ваше внимание, достаточно вместительный. Есть внутренняя полость, которая содержит в себе органайзер, внутренний мешок для мокрого снаряжения, боковые карманы, способные вместить в себя бутылки для воды, нижний карман на молнии, большая секция, которая позволяет убирать сюда от обуви до укороченных тренировочных ласт. Совершенно свободно все помещается. Рюкзак объемом 42 литра. Вполне себе объемистый рюкзак. Снабжен эргономичной спинкой с проветриванием. Удобными мягкими лямками. Лямки снабжены грудной и поясной перемычками. Мягкие регулируемые плечевые ремни. Удобно подтягиваются, садясь по фигуре. Грудная перемычка не дает биться рюкзаку. И дополнительно фиксирует на плечах. Поясная перемычка. В случае, если вес рюкзака значителен, облегчает эргономику переноса. Вот так рюкзак выглядит на модели. Рост 1,62 м. Удобная, вместительная, не очень объемная модель. Итак, детали, о которых мы с вами говорили. При откидывании клапана с внутренней стороны есть небольшой кармашек. Всегда он необходим для ключей и всевозможных мелочей. Далее. Оригинальное нововведение в данном рюкзаке – это карман на утяжке. В случае, если он вам не нужен, вы его расправляете и не пользуетесь. В случае, если у вас много мокрого снаряжения, посмотрите, пожалуйста, вплоть до дна. Затянули все мокрое и можете достать через нижний отсек. Очень удобно. Нижний отсек, как я уже говорила, помещается и ласты, и обувь совершенно свободно. Еще остается место. Отсек проветривается, есть специальная сеточка. Во внешний карман вы свободно размещаете шапочку. Вовнутрь у вас уходит полноценная доска, очки во внешний карман, опять же, к шапочке, тоже все вентилируется. Внутренний отсек заполняем фронтальной трубкой от Michael Kors. При необходимости перчатки для аквафитнеса. Кто любит нагрузки, лопатки для плавания. В боковые кармашки свободно уходят два полотенца среднего размера. Еще остается место. В этот карман бутылка для питья. Во внешний карман также могут пойти запасные очки или детские, если вы хотите заниматься с ребенком. Во внутренний карман купальник или плавки. Возможно, спортивный костюм, смотря чем занимаетесь. И последнее, во внешний карман уходит антифок. Более чем достаточно для занятий. И у вас остается еще огромное количество места в рюкзаке. То есть для триатлона,
для более объемных костюмов, для более объемных полотенец у вас всегда есть запас.